Нам открыты все маршруты. С добрым утром, малыши! Хочу я, чтобы мамы не старели, чтобы папы долго-долго улыбались, чтобы внуков посадили на колени, на качелях, чтобы с внуками качались. Ла-па-ра-па, а море словно небо. Ла-па-ра-па, без краешка, без донца. Ла-па-ра-па, а я закину небо. Ла-па-ра-па, поймаю. Ребята, встречайте! У нас в гостях Кира и Ира. Доброе утро! Доброе утро, Сережа! Здравствуй, Хрюша! Привет, привет, ребят! Привет! Девчонки, рассказывайте, чем вы любите заниматься, какое у вас хобби? Ну, кроме пения, танцев, это мы и так уже поняли. Я люблю кататься на коньках, на роликах, на велосипеде. Рисовать люблю. А еще в этом году я... начала заниматься английским языком. Мне очень нравится. Hello, good morning. Ира, расскажи ты. Люблю кататься на роликах, на самокате, на гироскутере, на велосипеде. Я люблю делать различные поделки, шить игрушки и еще рисовать. Ого, как много увлечений. Но, наверное, вы делаете все так плохо. Действительно, разве можно все делать хорошо? Ну как так? Конечно, можно. Да, мы все делаем хорошо. Это заявка. Да, сказать могут все. А вот сделать... В общем, сейчас проверим, насколько хорошо вы умеете рисовать. О, что-то мне подсказывает, что девочкам предстоит не просто рисовать. Да. Это будет веселый конкурс. Ваша задача... продеть руки в отверстие ватмана и, не глядя, нарисовать, ну, мой портрет. Да, задание непростое. Надеюсь, девчонки справятся. Итак, ватманы на месте, фломастеры тоже. И 3, 2, 1.
Поехали! Поехали! Ну, давайте. Так, рисуем, Кира рисуем. Взяла хороший темп. Да, да. Самое главное, пятачок нарисовать, ушки, глазки. А это точно пятачок? Ну, девчонки, готовы? Стоп, игра! Снимаем. Давайте покажем Хрюше ребятам. Ой, не могу. Это что, я? Хрюша? Кира, расскажи про свой портрет Хрюши. Мне очень было, конечно, сложно рисовать пятачок и определиться, где точки стоят. Ира, ты справилась быстрее. Но почему у тебя Хрюша не улыбается? Ну, потому что вроде бы у поросят Амбер, да? Ну, как бы его не видно на моем рисунке. Мне кажется, победила дружба! Согласны? Да. Ты считаешь свой рисунок классным? Да. А Ирин? Тоже считаю. А ты? Да, у Киры очень хорошо получилось. Ура! Победила Ура! Дружба! Молодцы! Спасибо вам, девчонки. Вы такие классные, веселые, музыкальные. Приходите к нам почаще. А еще не забудьте подписаться на инстаграм Хрюши. Там много всего интересного. Да. Обязательно подпишемся. А мой инстаграм вот так называется. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Вот так. С добрым утром, малыши!